11 марта Сургутская галерея современного искусства «Стерх» отпраздновала свое 15-летие. Поздравить работников галереи собрались единомышленники и преданные ценители искусства. «Стерх» – это птица чистая, красивая, светлая, свободолюбивая. Это все про вас. И, уважаемая Лариса Николаевна, уважаемые гости, работники «Стерха», с большим удовольствием поздравляю вас с юбилеем и, конечно же, успехов, никогда не сдаваться, всегда быть на ветру с расправленными крыльями. За эти годы «Стерх» успел вырасти из заштатного музея до серьезной галереи, организующей уникальные выставки и представляющей свои проекты в крупнейших музеях современного искусства России. Еще более мощный проект состоялся год назад в Музее современного искусства и арта. Он состоял из трех таких ипостасей – визуальная, музыкальная и поэтическая. И это действительно здорово, когда муниципальная, региональная галерея представляет свой проект в одном из ведущих музеев современного искусства, и туда приходят серьезные, большие, известные художники, и ты наравне. О том, какую роль играет галерея в культурной жизни нашего города, рассказали гости этого торжественного мероприятия. Это одна из составляющих города, это то, о чем говорили люди. Без галереи как бы статусность не та городская. Тут достаточно часто проходит не только классическое, вот там фотовернисажи, прикольно. Здорово, молодежно, я, допустим, посещаю. Необычно. «Стерх», мне кажется, необычная галерея, в которой выставляют скучные серые картины. Действительно интересно. После торжественных поздравлений директор «Стерха» Лариса Гурова с трудом сдерживала переполнявшие ее эмоции. Все это было очень искренне, все это было очень правильно. И уходя в серьезную, профессиональную, каждодневную работу, ты забываешь о том, что ты представляешь для города и для людей, которые рядом с тобой. И заточенные на профессиональное исполнение, мы этого просто редко очень слышим. И сегодня это состоялось и случилось, меня это очень растрогало, потому что мне хотелось сказать, я всех очень люблю и огромная за все благодарность. Впереди у галереи множество новых проектов, которые обещают подарить жителям нашего города массу эстетического удовольствия и позволят держать руку на пульсе современного искусства. Екатерина Любишева, Андрей Кулешов, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.